Итак, ребят, вперед! Хибики на А ранг. Так, можно соло, где там, ну все как всегда, но мы пойдем на трио. 72к или 107. На изи. Так, хибинисты, три песни, пожалуйста. Стандарт. Костюм можно брать вообще любой. Можно пойти покачать немного. Так, агент. Где он? Metal Master Second Mix. Что-то песен довольно много собралось, вам не кажется? Смотрите на этот огромный список. Что-то их как-то много, не? Ну, у нас сколько их там? В целом 68 основных, помимо тех, что у Шики. Но тут еще не все. Итак, у нас бусты уже есть с предыдущего раза, так что вперед! А, нет, стоп, костюм. Не, Фума, к сожалению, они этот селектор как сделали через жопу в прошлой части, так его и не исправили. И это один из самых больших минусов лично для меня. Могли бы вот так сделать, как в прошлой части. Или как выбор костюма. Удобно и нормально. Так, что бы взять из костюмов? Кстати, можно взять там самый прокачанный, это у нас... Вот этот. Ну да, пауза нормальная, это слишком жирно будет. Не, ну нормальный японец как бы без проблем прочтет для себя и все. Даже я могу прочесть для себя более-менее, за редким исключением. Но мне нужно еще переводить вам, поэтому это двойная сложность. Так, все норм, все норм. Ну, вперед. Итак, все норм, тоже норм. Выступаем. Итак, хибики, пришло время бросить вызов новому ранкапу Лайву, чтобы ты стала, ну, выше как идол. Топ идол. Топ, топ, номер один. Я стану...
нет. Как же это прекрасно звучит. Ну, то, что, типа, станет номер один топ. Да. Но для начала тебе нужно пройти этот ранкап лайв, прорваться через него. Со-со-да-не. Но топ-кью-те-нан-нан-даро? Сайшо-ва-ибаре-со-гурай-ни-шика-му. Совершенно верно, но я теперь стану топ-класса. Что-то насчет того, что не верится. Ну, короче, чем дальше вперед, тем больше разнообразных эмоций она испытывает от всего, что происходит. И, короче, ей все это очень нравится. Да. Что-то насчет какого-то человека, который помогает. Ну, наверное, имеется в виду Шика. Ладно, давай постараемся всеми силами и поднимемся вверх к цели, чтобы ты засияла. Peace.
Прекрасно. И Хибики получает А ранг. Тоттаза! Цыни айдолу но топпу классу ни тотацу шта-за! Му, урешься дай багаца! Я сделал это, я стала наконец-то идолом топ-класса! Я достигла это! Какая радость! Да уж. И что насчет того, что тебя сейчас прямо переполняет чувство? Ну что, сможешь продолжать в том же духе? Сможешь выдерживать эти чувства? Канжита кото. Тигу ваката за. Топ-класс ва топ-класс. Мои чувства, да. Да, я это понимаю. Ада, соре даке. Понимаю, что ощущаешь, когда ты становишься топ-класса. Ранг га стейдж де нанико ште курэру ваке жа най си. Санна кото йори, анкору о таношку утау кото но хо га дайджи да зо. Однако, даже если я справилась с выступлением для поднятия ранга, самое важное — это ответить взаимностью на то, что просят фанаты выйти меня на бис и получить кучу удовольствия. Так. Ну да, что-то насчет ранкап, хоть и взятый, но это еще не все. Так. Ну, в любом случае, Хибики. Прямо видно, что ты очень рада, что стала топ-классом, и я, точнее, топ-идолом, и, собственно, прошу тебя выйти на бис и продолжить в том же духе. Радуйся.
готово. Ребят, у вас там все норм? Я перезагрузил стрим. Я вижу. Там все было плохо. Так, ну что ж, все. Погнали на ивент. Так, сначала возьмем. Подарочки. Готово. Сика! アイドルとして自分と勝負だぞ! どっちの方がファンを楽しませられるか! Шика, я вызываю тебя на битву идолов. И сделаем это прекрасно, чтобы все получили удовольствие, включая как бы фанатов. Хибике, ну тогда я принимаю, короче, твой вызов в этом сражении, на эту битву. Так. Потом немедленно Хибике и Ишика отправились в боулинг-центр, чтобы устроить состязание, короче, игру друг против друга. Ну и, собственно, поразвлекать фанатов и самих себя, само собой. Я думал, они на сцене будут сражаться, но ладно. Ну и, короче, что-то у них там очень хорошо прошло с Шикой. И я не успел увидеть все до конца. Ну, короче... Слушай, Хибики, а ты не хочешь выступить вместе? Лайву? Выступить? Да, конечно. Шика, мы устроим состязание. Да, выступим на одной сцене вместе, где будем соревноваться. И Хибики, там ты и я, мы покажем всю свою силу. Так, если мы объединимся вместе, ну, короче, если мы будем выступать вместе, то я уверена, что все получат просто кучу веселья. Куча радости, наслаждения. Да, звучит очень интересно. Ведь это не... Ведь это так, верно, продюсер? Ну да, если вы будете вместе... то это будет просто прекрасным выступлением топ-идолов. Так. Я действительно хочу... нет. Я думаю, что вы действительно сможете прямо зажечь, короче, по полной. И что-то насчет того, что прямо зажечь прямо на сцене. Благодаря вот вашей дружбе, что вы определенно начинаете формировать, или как-то так. Что же это за выступление будет? Ну, короче, давай это сделаем. Так как это соревнование, короче, будем обе выходить на сцену и, собственно, показывать все нас, что способны. Ну, по очереди, само собой. Ну, что скажешь? Хай-тачи. Демо, ватаси, умаку декиру кана? Сою кото ште курэру хито? Прямо...
Ну, типа, из-за того, что они выйдут, будет прямо, ну, не знаю, сильное прикосновение, сильное взаимодействие, типа, с публикой и так далее. Прямо тронем их от души, наверное, имеется в виду. Так, ну, не знаю, если я смогу достаточно хорошо с этим справиться. Мы ведь что-то насчет того, что мы из разных агентств, и у нас по-разному все работает. Пишитто кимаранайто какку варуй кому, не? Сода, коко ва! Тогда это не совсем правильно определять для меня, как будет наше выступление. Продюсер, Шико ни хайтотчи мисете агео йо! Отагай но кенто о иноте спаанте суру яцу! Продюсер, как насчет того, чтобы я показала Шики, как прямо можно, ну, прикоснуться, скажем так, к душе фанату или типа того. Так. И что-то насчет там нашей битвы. Так. Как показать ей пример? Да, короче, она хочет пример показать ей. Ну, я думаю, что было бы неплохо сделать. Я уверен, продюсер, что это вполне возможно, если решимости хватает. Ну что ж, вперед, спан. Ну я не знаю, как это делается. Что вы просто смотрите? Я подняла руку, блин, и сидела как дура. Ну, извини. Сика, хонтоуа коу жанай кара не? Чанто тэни ште ё не? Ну, Шика, короче, все не совсем так, но я думаю, ты сможешь это понять, как делать. Тени! Нарубеку смартни! Так, значит, руки надо использовать, да? Джа, цуги! Чибун то Шика де ятэмио! Хорошо, тогда давай сделаем это вдвоем, Шика. Ика, икузо! Ну что, Шика, вперед! Цуги но стэджи, гамбатте! Постараемся на сцене. Хибики-чан? Да, Хибики-чан. Вот что это такое. Окей. Так. О, неплохо. Ну чё, Шика, как тебе? Это было круто. Я через это прикосновение действительно почувствовала все чувства. Короче, вот что это такое. Что-то я не помню ничего подобного раньше, ну да ладно. Хибики-чан. Хай-тачи, ицка штай не? Хибики-тян, этот, собственно, прикосновение. Действительно, можно еще подобное на сцене сделать. Фонтоно стэдж де! Чибун му соу мозо! Китто декири ю не, продюсер! Да, я думаю, что это вполне возможно, верно, продюсер? Да, конечно. Тем самым вы прямо делитесь вашими чувствами со всеми. Так что, думаю, что да. А, и мы втроем потом смотрели на небо, размышляя над нашей общей мечтой в каком-то смысле, устроить лучшее выступление для Хибики и
Шики вместе. Короче, хай-тачи или хай-тач имеется в виду вот эти... Вот этот странный Дай-5 типа. Только они могут по-другому делаются. Так, ну что ж. Окей, значит, у нас... У нас дальше еще один Дай-5. Ну... Должны были использовать Take 5. Это не совсем Дай-5, но что-то похоже. Итак, нам нужно выбрать следующего идола. Ребят, кого берем? У нас трое остались. Рицко, Ами, Мами. Ну что ж, ладно, тогда тут я остановлюсь пока что.